Добрый день, дорогие друзья! Единая лига ВТБ начинает свой очередной увлекательный тур. Увлекательным будет обязательно. Даже сегодняшняя вывеска Нижний Новгород-Самара стоит за собой очень много интересного. Юрий Умрихин. Маркос Найт фейком убирает своего оппонента. И еще один точный бросок. Уже 4 очка на счету Маркоса Найта. Маркос Найт берет подбор и устремляется в атаку. Тут же Евгений Бабурин просто прочитал эту атаку. И Алексей Чадов. Вот он, первый данк в отрыве. У нас Трепков получает заслон. Передача на Ганькевича. Очень активен Александр на первых минутах. Мяч остается у Самары. Немного больше везет даже Самаре в таких минимальных эпизодах. Вы посмотрите, да что же ты творишь, Маркос Найт. Вышел сразу даблтим, Иван Слепков из угла. Ну хоть кто-нибудь забьет же сегодня. Джеймс Энни снова один сверху. Вот это да. 41-22. Какой-то караул творится в атаке Нижнего Новгорода. Скидка американца Самары на кураже. Джеймс Энни. 9 очков на счету уже Риверса. Юрий Умрихин здесь с очередную потерю Нижнего генерирует быстрый отрыв. И Малькольм Томас сверху. 68-32. Джермейн Лав. Вот так вот сложный бросок. А так видели у Нижнего Новгорода. Малькольм Томас. Вот это да. Вот это ответочка сверху. Может записать в актив. Джермейн Лав. Вот эти сложные броски его. Зоран Лукич дома. Так крупно еще никогда не проигрывал с Нижним Новгородом. 52-90.